это мое село. Здесь я родился, здесь впервые услышал я песни, которые вошли в мою жизнь навсегда. Каждую весну на гору, что около реки, прилетают белые лебеди. Поэтому и назвали гору Лебедь, речку Лебедянь, а село Лебедянкой. Так уж вышло, что не был я в родном селе несколько лет и в этом году не собирался. Но со мной приключилась забавная история. Поехал с женой в Крым, а приехал в Лебедянку. И уже без жены. А было это так. Ну, кажется, все. Покончено с твоими съемками. С твоими гастролями. Завтра в объятья моря. Ой. Куда? В Борисполе с ветерком. Есть, сделаем с ветерком. Впервые едем вместе. Нас ждет Крым. О, Петр, ну, куда вперед, идем в Крым спеша. Да какой там Крым? В Ялте снег, в Симферополе метель. Елена Михайловна, какое счастье, что я вас встретил. Голубушка вы наша. Пересъемка 3 кадров. В ваших руках судьба студии, судьба кинооперы. Пожалуйста, машину. Если вы сейчас же не сядете, я брошусь под троллейбус. Ну, позвольте, позвольте. Я позволю. Вперед. Послушайте вы, скорее, скорее. У вас кино все такие. Послушайте. Все, кроме меня, я самый нормальный. Вот дело в чем. Да в чем дело? Елена Михайловна, пожалуйста, скорее. Послушайте, вы самый нормальный. Отдайте мне мою жену. Сегодня это не ваша жена. Это невеста короля Генриха IV. А через неделю она снова будет вашей женой. Не забудь мой чемодан! А я еще мечтал жениться на артистке. Поехали. Вы слушали выступление самодеятельного хора села Лебедянки, художественный руководитель, заслуженный артист республики Максим Шугай. Что? Максим заслуженный? Я же так давно его не видел. Вот повод. Ваш знакомый? Знакомый. Росли вместе. Потом консерватория. И он снова в Лебедянке. Стой. Знаешь что? Ну? Знаешь что? Разворачивайся. А самолет? Билеты сдадим и на автовокзал. Там, де біла хата, на любов багата, скупані в любистку ми росли. Пахла рутам'ята, вітром не прим'ята, там, де ми закохані були. Тихі вечори над колисками нам пісень співали матері. Пролітають роки за роками, стеляться тумани на зорі. А за туманами нові світи, ми зріємо, і я, і ти, а ми з собою землю об'єм. Ми все здобудем, все знайдем, чудово ми. Там, де світ зоріє, кликали нас мрії, бабли, як пилі на воді. В небі соколята вчилися літати, брали нас на крила молоді. Долю соколину доганяти, мчали ми на конях ворони. Нас батьки просили пам'ятати, звідки ми з якої сторони. А за туманами нові світи, ми їх відкриємо, і я, і ти, а ми з тобою землю об'єм. Ми все здобудем, все знайдем, для того ми одна сім'я, ти і я. народный артист Остапчук. Он, в самом деле он. Спасибо, ребята. Будто в молодости побывал. Это наша песня, лебедянская. И поете по-лебедянски. А ты, случайно, не Остапчук? На Ульяну похож. Угадали, она моя мама, а я Петро. Вот и познакомились, Петро. Вадим Чепура. А это Николай. Николай. А ты, кажется, из Шинкаруков. Ага. Василий сын. Внук. Тарас. Внук. У Василия уже внуки. Откуда же вы, лебедянские внуки? Из техучилища. Механизаторы. Внуки и уже механизаторы. Остановись, мгновенье. Утолим жажду, ребята. Хочется. Угощайтесь. Спасибо, Остап Иванович. Это я вас должен угощать. Сидра нашего совхоза, Шевченковского. О. Чудесная продукция. Верит, Иван Петрович. Приезжайте к нам в совхоз, погостите. Это здесь, рядом. Спасибо. Хорошо быть знаменитым артистом. Ага. Механизатором тоже. А молодежь мы принимаем навсегда. Новую технику дадим, семейным квартиры. А рыбы сколько у нас? В общем, приезжай. До встречи, хлопцы. А Ольга Гордеевна нам тоже новую технику дает. До свидания. Желаю успеха, друзья. Спасибо. До свидания, Иван Петрович. Иван Петрович. Иван Петрович. Приезжайте лучше вы к нам. Не забывайте, будем ждать. До свидания. Счастливо, приезжайте, ждем вас. Пошли. Нет, нашу лебедянку я ни на что не променяю. Юбилейный подарок от коллег. Дорогому Петру Петровичу, в день его первого 60-летия. Так, 16 лет в этом кабинете. Все было. Благодарности, приказы, награды, ну и выговоры. А теперь заживу жизнью пенсионера. Придет приказ и вам продолжать. Прошу. Петр Петрович. Я надеюсь на ваши советы, на помощь. Я на пенсии? Какие советы? Болезни сразу же навалятся. О, Петр Петрович, с вашим здоровьем. Правда, здоровечко меня Бог не обидел. Да еще на рыбалке лечусь. Заказал одному умельцу блесны. Мельхиоровые. Мельхиоровые? Было бы серебро, я бы из серебра и золота сделал. Петр Петрович, да? Телефонограмма. Спасибо. Так. Верит, новую технику просит. А, Петр Петрович, Гордеевна просила. А Оля и Верит просит. По 4 трактора. Так, пообещал. Кому же первому? Лебедянь 2 слушает. Есть. Ольга Гордеевна, вас к телефону. Слушаю. Здравствуй, Гордеевна. О-о-о. Приветствую вас, Петр Петрович. Совсем забыли нас. Хм. Как там на вашей лебедяне? Окунек не поднялся с низовья? Кому что, а курица проса. Рыба у нас больше зимой клюет. А уверен, и летом ловится. Хотел к тебе на рыбалку приехать и заодно с механизаторами познакомиться. Где они? А они еще не приехали. Вот ждем. А ты уже деятельность развернула. Подавай им новенькие машины. Но я же обещала им. Подумаешь, обещала. Обещанного знаешь, сколько ждут. Пусть на старых поработают, молодые еще, зеленые. Понимаю, куда клоните, понимаю. Сергей. Что? Переключи на коммутатор. Хорошо. Валя, соедини меня с бухгалтером. Ольга Гордеевна, у него, наверное, производственная гимнастика. Он снял трубку. Время гимнастики прошло. Я сейчас, Ольга Гордеевна, сейчас. ей-богу. Бухгалтер Пачка слушает. Вы что там, мешки таскаете? Ты что мне эфир засоряешь? Нет, мы с Катериной баланс подбивали. Под такую музыку? Ну вот что. Сними с нашего баланса деньги и в таком же темпе переведи сельхозтехнику. Остап, неужели он? Приветствую вас, Ольга Гордеевна. Здравствуйте, Остап Иванович. А мы уже думали, что вы и дорогу в родное село забыли. Не забыл и не забуду. А вот еще и молодые таланты доставил. Повелители техники и жрецы искусства. Добрый день вам, хлопцы. Добрый день. Заждались все-таки вас, а? Ну, гости дорогие, изба, как говорится, красная щедра не только углами, но и пирогами. Милости прошу, Остап Иванович, прошу. Вот нежданно-негадно, сегодня я уже в район не поеду. Надюша, гони паром назад. Сейчас. Дай-ка я попробую. Так. Ну и техника. И когда уже новый мост построят? Уезжали, фыркал. Приехали, фыркает. Может, замените меня? А то замучил меня этот мотор. Не для этого учились, не за этим ездили. Откуда такое настроение, хлопцы? Не успели приехать, все новое им подавай, и все сразу. Как обещали, Ольга Гордеевна, давайте новые трактора, тогда и посмотрите. Ну, а если нет еще новых? Разве нельзя поработать на старых? Можно, но дело в принципе. Вот вы какие. А я думала, вы меня поймете. Поддержите. И не ошиблись. Сдержите слово, гордиться нами будете. Радость встречи с родным селом охватила меня. И я не обратил внимания на этот разговор. А зря. Для такого настроения у ребят были причины. Он какой дворец построили. Прекрасно! Браво! Браво, Максим! Поздравляю тебя, друг мой! Поздравляю! Здравствуй! Здорово, Максим! Здорово, казачье! Поздравляю тебя с заслуженным! Рад! Ксения! Ксения! Солнышко мое! Дай! Поздравляю! Спасибо. Спасибо тебе за него. А где же Елена? О, украли ее. Она уже теперь не моя жена. Она невеста Генриха IV. А почему ты не отрастил такие волосы, как у Тараса? Лев? Чтобы завтра я у тебя не видела этой гризы. Гордость нашего хора. Да. Настоящая распевность и полифоничность. И хорошо, что без сопровождения. Ярче выявляется мелодичность. Да, ты вовремя приехал. Скоро у нас праздник песни. Споешь? Ты еще спрашиваешь. Садитесь, пожалуйста. Прошу. Хор, прошу на сцену. Тетя Лена, тетя Настя, инкубатор созрел, пора лотки переставлять. Елена, Марина, быстренько на ферму. Понимаешь, Остап, молодая она у нас, неопытная, значит, зоотехник. Внимание. Сейчас, Остап, ты услышишь старинную песню, собранную по крупицам. Обрати внимание на голоса. Полина, Настя, Мария. Полина и Настя на капусте. Тля завелась. Ну, Максим, твоя работа подвиг. Понимаешь, Остап, всего не предвидишь. Вдруг цыплята из яиц попросились. Жизнь, Остап Иванович. О, вот вас я и прошу на сцену. Ну что вы, Максим Григорьевич. Никаких что вы, прошу, пожалуйста. Вот напросилась. У Максима Григорьевича безголосый запоет. Ну, а разве в Лебедянке есть безголосые? Я такого не знаю. Прошу, прошу, пожалуйста. Сегодня выходной, последняя репетиция. Итак, Ольга Ясенко и хор Лебедянского дворца культуры. Аккомпанирует на баяне Данила Пачка. О. Марика, позови, пожалуйста, бухгалтера. Сейчас. Придется брать баян. А где Пачка? А он в клубе, на репетиции. А-а-а. Почему без звука? А ну, включи. Так работаешь. Пожалуйста, включи. Дмитро Степанович, вы так похожи на Остапа Ивановича, могли бы его перепеть. Я перевернулся, чтоб только я перевернулся. А? Максим Григорьевич, не до песен мне сейчас. У меня баланс на шее. Ну а как же праздник песни, забыли? Нет, помню. Данил Иванович, быстрее на сцену. Ага. Петро, ты рубероид привез? Привез, привез. Что ты вырядился, как на парад, понимаешь? Что ты из себя Остапа Ивановича строишь? Смотрел я только что Остапчука по телевизору. Фигура, скирда. Ой, ну куда тебе, Дмитро? Вы удивительно похожи на нашего кладовщика. Где шея? Где кадык? Ну а голос? Солидный голос. Сильный, сильный, звучит. На все село слышно. Как раз для твоей кладовой. И тебе приятно, и мышам весело. Костюм вырядился и думает уже артист. Дмитро, хватит нас разыгрывать. Выходи из образа. Ой, темнота. Ну, хватит, хватит, Данил Иванович. Внимание, друзья. Начнем. Якби на квіти. Якби на квіти. Та й не морози, якби на мене любов твоя, моя снізорі, на чисті роси, прийшла б до тебе, красі твоя. Субтитры девушки. Спасибо вам. А, гляньте на Дмитра, какая прическа. А-ля Остапчук. Товарищ председатель. Ольга Гордеевна, я у вас кто? Кладовщик или грузчик? Ну, кладовщик. Только не у меня, а в колхозе. Так вот, а кто же рубероид с машины снимет? Если тебе с водителем не под силу, так мы с девчатами поможем. Вам все хихоньки, а у меня, может, тоже популярный голос. Может, я тоже петь хочу. Як вона зробилась так, що в турка я перевернувся, що в турка я перевернувся. Остап Иванович, дорогой, казните или милуйте, вес к вашим услугам. Простите, Остап Иванович, если что не так. Не прощаю. Или завтра же вы посадите этих молодых казаков на необъезженных железных коней. Остап Иванович, кого? Их? Разберемся, Остап Иванович. Да что там разбираться? Когда сможешь конем управлять, тогда будешь его погонять. Вечером мы вспоминали детство на берегу Лебедяни. И поневоле стали свидетелями своей юности. Ох, шумили зелени ветры, молодому гілліто калиному, дочекалось кохання пари, відгукнулось ключі журавлиному. Клич, я приду, и для тебе надею стану. Я весняных вібров принесу тобі першу любов. С этой минуты судьба моих молодых друзей стала как бы и моей судьбой. Ольга Гордеевна у себя? Передай, пожалуйста, наше заявление, скажи, что мы решили все вместе. Что решили? А вот. И ты? И я. Там, где все, там и я. А как же я? Наталка, ты меня должна понять. Так нам нужно, нужно. Но это же... Это дезертирство. Да вы что, ребята, с ума сошли? Да мы, знаете, мы вас из комсомола. Мы вас... А если подпишет? Что тогда делать? Не подпишет. Молодыми кадрами не разбрасываются. Не отпускайте, Ольга Гордеевна, не отпускайте. А я что должна сделать? Так кто может повлиять на Петра? Я подумаю. Подумай, Наталка, подумай. Так, Вадим Чепура. А на него кто? Оксана Ярко. Так и запишем. На рассмотрение Оксаны Ярко. Тарас Шинкарук, отпустим? Это нечестно. Что нечестно? Выпытывать нечестно. Угу. А вы учиться на колхозные деньги и привередничать — это честно, по-комсомольски. А я уже собиралась вручить им новенькие машины под оркестр. Да Носач подвел. Ты знаешь, у нас один новый трактор уже стоит на машинном дворе. Один трактор на четверых не разделишь. Что ж, тогда пусть уезжает. Как это уезжает? Ну, неужели ты с девчатами ничего не придумал, чтобы сорвать их затею? Слушаю. Галинка, к телефону! Слушаю. А, Наталка? Да, это я. Что случилось? Галя, срочно, немедленно в правление колхоза. Решается важнейший вопрос. Бегом ко мне. Не зовут. Похоже на то, что председатель открыла нам зеленый семафор. Зря мы заварили эту кашу. Можно было бы поработать и на старых. Да, на старые сядешь, скоро не слезешь. Точно. Наталка! Мы здесь! Ладно, подождите меня. Ребята, ко мне. Кто из вас окончил училище на отлично? Я. И я тоже. Документы. Тебе, Вадим, выделили один трактор. Ольга Гордеевна отдала распоряжение. Только мне? Как отличнику учебы. Не выйдет. Или всем, или никому. Или никому, или всем. Вам, товарищ Остапчук, тоже будет новый трактор. Но немного позднее. Вот так. Отдай документы. Непонятно. Отдай документы. Девочки, ловите ключ. А мы можем и без документов. Хлопцы, за мной. Ну вот, подпишем акт. Возьму на память этот подарок. А завтра, если не возражаете, последний раз воспользуюсь служебной машиной. Завтра на базаре будет тот умелец, волшебник. Такие блесны делает сказка. Купить вам мельхиоровые. Боюсь, Петр Петрович, мне будет не до рыбалки. Алло? Слушай, Петр Петрович, сколько нам ждать новую технику? Хлопцы мои давно в бой рвутся. У меня жатва на носу. Оля, успокойся, будут тебе трактора. Будут трактора, да. Сколько можно ждать? И сажай на них кого угодно. Снова когда? Ну, позвони в среду, когда? В середе. Ну, знаешь, мне надоели твои шутки. Да какие там шутки? Шутки. Ха. О, клюет, Остап, тяни. Такой маленький, что в глаза смотреть стыдно. А поплавок тянет, как щука. Девчата едут на прополку. Там и мои пивуньи. Слышишь, Остап? Это Настя выводит. Консерваторию рекомендую. Правильно делаешь, Максим. Выйдет певица. Горячку мы, ребята, порим, а? Да, что-то нехорошо получается. Репетиция на природе. Да нет, мы попрощаться заехали. Вон как, а куда же это вы путь держите? Едем в Шевченковский совхоз, и девчата с нами. К Вериту в совхоз? А хор? Вы меня без ножа режете. А как же Лебедянка? Ну, кто знал, что нам здесь не поверят? Новых машин не дадут. Работаем кто где, не по специальности. Один трактор на всех. А где колхоз получает эти тракторы? Покупает у сельхозтехники. Но Пачка сказал, что там кое-кто воду мутит. Кто именно? Управляющий, Носач. Ему главное рыба, а там хоть трава не расти. Да и Ольга Гордеевна что-то долго решает. Постойте, постойте. Так вы говорите, что этот Носач рыбкой увлекается. Подходящий товарищ. Тогда порядок. На рыбалке чего только не случается. Кто-то придумал. Будто не знаешь, что может придумать Остапчук. Будут у вас, хлопцы, новые тракторы. Никогда еще я себе не казался таким мудрым, сообразительным, изобретательным. И чем больше я в это верил, тем меньше приходило мне в голову остроумных решений. Они исчезали раньше, чем я успевал их осознать. И вдруг меня осенило. Носач – заядлый рыболов, а у Верита большое рыбное хозяйство. Новые тракторы могут перекочевать к Вериту? Могут. Так почему же его рыба не может перекочевать в речку Лебедянь? О, Остап Иванович, прошу. Ольга Гордеевна, дайте слово, что не будете ругать нас. Ругать? А за что? Нет, сначала дайте слово. Ладно, даю слово. Ну, тогда мы к вам с сюрпризом. Сюрпризом? Интересно. Да, с сюрпризом. А все-таки с каким? Будут у вас трактора для молодежи. Сердечно прославляя и стукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сам фанатом правит Бог, отправит Бог, сам фанатом правит Бог, отправит Бог. Браво, браво, браво! Здравствуйте, Остап Иванович и Максим Григорьевич. Приветствую вас, глубоко уважаемый владыка сельскохозяйственной техники. Что вы, весь район уже знает, что вы приехали. Моя жена прямо от телевизора добрый день не отходит, когда вы выступаете. А теща аж млеет, когда вы «Карася» поете. Прошу вас, садитесь. Будьте любезны, пожалуйста. Только высокие интересы искусства, дорогой друг, вынудили нас открыть заповедные врата несравненной сельской механизации. Нам кажется, увлечение рыбным спортом – признак высокого благородства человека и его общения с природой. Согласен с вами, хоть я не совсем улавливаю. Уловите! Минуточку. Обратите внимание на эти прекрасные снасти. Кстати, клинская леска не уступает по качеству японской. Эти блесны сделаны в Нежине. Эти тройники я привез из Полтавы. Посмотрите на них. А жерех не берет. Не берет? Странно. Бьет малька, терроризирует мелкую рыбешку, а блесну не берет. А где же это вы в наших краях жереха видели? Лебедяне. Около села Лебедянки. Не может этого быть. Ну как? Сазаны, прорва окуня. Но мы, конечно, держим в секрете, потому что начнется паломничество. А вас в ближайшее воскресенье от всей души приглашаем к нам. Меня? Именно вас. А после рыбалки концерт. У нас праздник песни. Не ожидал. Спасибо. Извините, пожалуйста. Середа слушает, Носача нет. Поехал на рынок. Да там какой-то чудак продает блесны из Мельхиора. Что? Да, трактора получили. Пожалуйста. Так вот. Артисты. Окунь на буге не дает блесни по первому льду, до дна дойти. Одного тянешь, а другой из лунки сам вылетает. Чего не бывает на рыбалке. Вот в Лебедяне никогда пристойной рыбы не было. А теперь жерех, не жерех, кашалот, сазаны завелись. Голавлю разбойничают. Вот такие экземпляры. Где, в Лебедяне? Да я туда на днях звонил. Местные секретничают. А где она, эта Лебедянь? Ну как где, на Даниловском шоссе. Вот найти бы только лесну из Мельхиора. Из Мельхиора, вон этого усача, вон. Пошли. Скажите, милейший, вы Петра Петровича Носача не видели? Вот так необходимо. Кого? Носача? Носача. Так вы с ним только что разговаривали. Как? Где? Как где? Да вон, вон он. А, вот он. Угу. Добрый день. Товарищ Носач, да. А мы за вами целый день гоняемся. У меня такое впечатление, что мы уже с вами где-то встречались. Возможно. Кажется, что недавно подписывал документы на автошины. Ни про шины, ни про запчасти говорить не будем. Есть дело поважнее. Да. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Остап Иванович. На машинном дворе. А он гарантийное письмо приготовил? Не знаю, стучал там что-то на машинке. Ага. Здрасте. Добрый день. Пачку не видели? На ремонтном дворе. Спасибо. Решение принято. Но я почему-то волнуюсь. Сказать Ольге? Нет. Она в щепки разнесет нашу затею, как когда-то она давала нам перцу за наши мальчишеские выходки. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Пачку не видели? Вон там. Ага. Добрый день. Здравствуйте. Работаем? А как же? Работаем. Слушай, Кныш, ты еще вчера говорил, отремонтируй. В чем дело? А ну покажи сейчас же. Сегодня будет готово, обещаю. Обещаю. Жатва на носу. Ты все обещаешь, обещаешь. Ну, как дела? Порядок. Письмо готово? Давай. Вот. Так, поехали. Вперед. Приветствую вас, повелители рыбного царства. Здравствуйте, милости просим. Вот лицо вашим не знакомо, а где видел, не вспомню. Да ты что, не узнаешь? Это солист оперы Остапчук, Остап Иванович. А, припоминаю, по телевизору видел. Прошу вас к столу, чайком горячим угостим, прошу. Благодарю. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Так, Женя, стаканчик. Так, значит, на рыбалку к нам. Пожалуйста. Да вроде, спасибо. Мне нужна... цистерна живой рыбы. Цистерна? Живой рыбы? Да вы что, простите. Да нет, это невозможно. Понимаете, Остап Иванович? Нет, не понимаю. Это важное дело. Рыба нужна сегодня, сейчас. А, так значит, вы кино снимать будете, да? Ну, водевиль. Водевиль? А какая же разница? Рыбу возвратим. Кроме какого-нибудь десятка. Водевиль водевилем, но нужно гарантийное письмо. А как же? Вот. Сам товарищ Пачка, главный бухгалтер колхоза, подписал. Письмо без подписи Ольги Гордеевны. Остап Иванович, нужно подписать. Так что извините, это же деньги. Послушайте, послушайте, а что, если я подкреплю это письмо денежным задатком? Только чтобы ничего не узнала Ольга Гордеевна. Ну, если денежным задатком... То... Если задаток, то можно. Вот тогда можно и отпустить. Пусть будет и письмо, и мои деньги. Знаете, товарищ Пачка такая впечатлительная натура. Пусть считает, что живая рыба – это его заслуга. Петро! Петро! Я! Подойди-ка сюда! Сейчас! Ну как, поставили сеть? С одной полный порядок, а для другой пришлось взять трос от парома. От парома? Ну и влетит же нам от Ольги Гордеевны. Интересно, чем это закончится? Есть где, да. Ну и затеял ты, Остап. Бухгалтера благодарите. Под его гарантийное письмо. Ольге Гордеевне ни слова. Могила. А Карпов сетью и обратно в рыбхоз. А то я. Мне тогда... Я подпись свою поставила. Карп отборный королевский. 60 особей. 16 кг. Без воды. Как я устал с этой рыбой. Евдокия Ивановна. Что, Остап? Дайте мне, пожалуйста, из чемодана новую рубашку. Где это он пропадал? Может, влюбился в кого-нибудь? Вот интересно, неудобно как-то? Кому это Остап такие подарки привез? Странно. Так, может, здесь? А, это его. Его. Возьмите. Надо срочно найти Елену. Валя, соедините меня, пожалуйста, с Киевом. Ага. И помогите разыскать певицу Елену Остапчук. Никого нет. Ой, наконец-то я свободна. О, Елена Михайловна, большущий вам спасибо. Я не опоздаю? Нет. Гена, я тут. Вот вам билет из счастливого отдыха. Спасибо. А вещи? Я налегке, а вам сдать фильм. Постараемся не подвести. Петя, в костюмерные. Алло? Междугородние, так бы и сказали. Кто говорит? Здравствуйте. Елена Михайловна уехала в Крым к мужу. Что? Как в Лебедянке? Одну минуточку. Петя! Петя! За мной! Ще не блиснуло світання у вікно, ще зітьохнуло белько із Діброви. Та не спиться, не ложиться нам давно, бо такі ми несипучі риболови. Там у лузі, де байрак, о півночі свиснув рак. Йомищука говорила, що нам юшки наварила, вострорила нам у лузі. Ми такі на цьому світі, риба йде сама у світі, так нікого не клювала, милі друзі. Ай так, хлопці, у шваїді свиснув рак. Там у лузі, де байрак. школіти свиснув грак, свиснув грак. Там у лузі, де пирог. Носач сказал по секрету. Кому он сказал? Всем? Не, только мне, как рыбак рыбаку. Ага. Ага. Петр Петрович, клюет! Тихо, 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 не кричи. Рыбак не любит крикнуть, но... Эх, вот красавица в зеркале. Смотри, вот красавец. И откуда здесь карпы, а? Чтоб ты лопнул. Снова ешь. Фу. Вот тебе носач твой, по секрету. Фу. А ну плыви, и на глаза не попадается. Еще один, а? Ближе, Петр Петрович, ближе. Не карп, а поросенок. Подводите, подводите. Не уйдешь. Вот это рыбка. Да оставьте вы эту рыбу, Остап Иванович. Начинайте серьезный разговор. Данила пусть еще одну поймает. Тогда требуйте не 4 трактора, а 5. И к ним запчасти. Да оставьте вы эту рыбу, Остап Иванович. Остап не приходил? Нет. Неужели до сих пор Носача уговаривает? И еще один. Вот это рыбалка. А? Сказка, а не рыбалка. Остап Иванович, сам признается. Вы слышите, Остап Иванович, ближе к делу. Стой! Куда идешь? Куда? Ищу место, где рыбка ловится. Стой, дальше нельзя. Ого. Всем нельзя. А мне можно. Я представитель рыбного хозяйства. Но-но-но-но-но-но! Осторожно! Крупнокалиберной солью заряжено. Документы. Документы. Пожалуйста. Справка. Выдана гражданину Лупола. Лупола. Ну, полно в том, что с 5 по 15 июля сего года он прошел курс профилактики в районном вытрезвителе. Иди, иди отсюда, Лупола. Здоровый вырос, а ума не вынес. Зануда ты, дед. Давай, давай, на профилактику. Все равно зануда. Осторожно! Лови, 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 уйдешь! Держи, держи, держи! Есть! Где же Остап? Куда он исчез? Сколько народу? Что делать? Прошу вас, Елена Михайловна. Прошу вас. Спасибо. Посмотрите, какая красота. Перед вами знаменитая Лебедянка. Да. Мы сейчас переправляемся на ту сторону, и вы в объятиях Остапа Ивановича. На этой черепахе? Какая черепаха? О, не смешите меня, Арнольд. Я вас не смешу, это не черепаха, а паром с мотором. Заметьте, я поднимаю вот эту чалку. Так. Паром медленно отплывает, а вы так прыгаете, прыгаете, Елена Михайловна. А я боюсь. Быстрее, Елена Михайловна. Я боюсь. Елена Михайловна. Арнольд! Ой, мама! Держитесь! Я сейчас! Коля! Вам не холодно? Какая-то несогласованность, Елена Михайловна. Руку! Руку давайте! Ой, Господи! Пару. Он же сетку сорвет. Ловите сетку! Рыбу держите! О, полная амба. Остап Иванович, из меня же Ольга Гордеевна филе сделает. Всю рыбу в речку выпустили. Полный крах. Что такое? Что случилось? А случилось, Петр Петрович, то, что больше клевать не будет. Как? А так что сматывайте удочки. Ерунда. Вот я их выпущу, а потом опять поймаю. Вот увидите. Что? Как выпустите? Сегодня меня интересует сам процесс. И вообще спортивная норма не больше 3 килограммов. Все. Нет, выпустите, не поймаете. Выпущу, не поймаете вы, не поймаете, не поймаете. Поймаю. Хлопцы, тут одни кошелоты! Лежерики! Стоп, стоп! Куда тянешь? Ой, ой! Ты что делаешь? Люди добрые! Спасите! Хлопцы, рыба нашего Лупола поймала! Караул! Куда тянешь? Отцепляйся, Лупола, если тебя в рыбнадзор тянет! Люди! Право, лево, Черное море! Тормози, Лупола, тормози! Помогайте! Саги ход давай! Ну что, Оля, Остапа нет до сих пор? Нет. Вот беда. Как подвел меня, как подвел, а? Что делать? Кто это? Остап. Остап, перестань шутить. Максим, мой дорогой. Адарка. Елена. Адарка. Не узнаешь? Елена. Да вижу, вижу, что ты Елена. Здравствуй. Милая, здравствуй, дорогая. Выручай своего Остапа. А где? Где он? Потом расскажу, с ним все в порядке. Горит номер. У меня есть запись на пленке вашего дуэта. Дмитро его знает. Переодевайся, будешь петь под магнитофон. Ти веселився, де ж це так бенкетував, як крізь землю провалився, дома чом не ночував. Ось послухай, що вчинилось, страх мене бере тепер. Лишенько таке зробилось, трохи-трохи я не вмер. Занедужав у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі привезли, привезли мене сюди. Ти гуляєш дні ночі, я ж сердешна все. Елена? Кто с ней поет? Это ж мой голос. Моим голосом с моей женой чужой мужчина поет. Ну вот, бывал с дрожайшей половиной, чуть только врозь уже с мужчиной. Чудеса в решете. Я не хочу быть тобою, хочу быть, а я так хочу тобою, ну, гони. Я не хочу быть тобою, хочу быть, а я так хочу тобою, ну, гони. Ленок, ты. Ну, муженек, а как же Крым? Зачем тебе Крым? Глянь, разве здесь плохо? В Лебедянке. К тому же ехать не на что. Денежки, тю-тю. Как тю-тю? Тю-тю. Да ты что? Ага. Вот Ленушка, тебе. Не ругайся. Вот я любовь вот спасал, тебе. Тракторы доставал. Ольга Гордеевна! Товарищ председатель, к вам гости из района прибыли. Здравствуйте. Здравствуйте. Еле добрались, вброд шли. Кто-то паром отцепил, речку сетями перекрыли. Говорят, лебедянь форсирует карпы. Приветствую вас, Остап Иванович и Максим Григорьевич. Вот видите, друзья, как хорошо все получилось. Я все объясню. Это мой преемник, товарищ Середа, уважаемый Василий Федорович. Ольга Гордеевна, голубушка вы наша, на колени. Мы виноваты. Первый и последний раз. Мы больше не будем. А за рыбу деньги. Ой. Ну что ж, придется вам искупить свои грехи. Товарищи! Добрый день. По приказу товарища Середы прибыли новые тракторы. Кто будет принимать технику? О, Василий Федорович, сказано, сделано. А сейчас последний номер нашей программы. Прошу, хлопцы, на сцену. Уважаемая наша молодежь, дорогие механизаторы, вручаем вам ключи от стальных коней. Седлайте их, и пусть хлеб, выращенный вашими руками, обогащает нашу родную отчизну. Ключи поручено вручить нашему славному земляку, народному артисту Остапу Остапчуку. Прошу на сцену, Остап Иванович. Петро Остапчук, Вадим Чепура. Тарас Чинкарук, Николай Коваленко, друзі, та й ночим крузі, молодість покличемо свою. Буде запах м'яти, буде що згадати у благословенному краю. А якщо у когось на тривогу серце защемить у сивій млі, припадем до очого порогу, сили наберемо зі землі. Друзья, теперь летом дома меня не ищите. Пою в Лебедянке, искупаю свой грех.